Матерью быть нелегко. Просто матерью быть нелегко. Но матерью большой семьи быть просто трудно. Вырастить их духовно богатыми людьми, чтобы они оправдывали свое назначение на земле именно человека. Вот, мне кажется, это самая главная задача, которая стоит перед матерью. И чтобы этого, что ли, достичь, а это огромная радость, это мечта каждой матери, это цель, мне кажется, конечная цель матери, чтобы уже, зная, что твои силы исчерпаны и что ты уже состарился, но ты оставляешь на земле после себя ни одного, ни двух, вот, например, а я пять, но людей. Семья инженеров Станислава Валерьевича и Татьяны Алексеевны Ширяевых живет в городе Кирове. Младшей их дочери Ане 3 года. Старшей Наташе 20. А еще есть Марина, Антон, Роман и бабушка. Заканчивает музыкальное училище девочки. Наташа – комсорг факультета, будущий дирижер. Марина серьезно занимается композицией. Я люблю очень мир музыки, мир искусства. И когда у меня родились девочки, я задалась целью, пусть в моей квартире зазвучат руками детей вальсы Штрауса. Мир музыки для них тоже стал их миром. Весь настрой семьи, все зависит от матери. Должен прийти домой в норме, в форме, потому что, можно сказать, начинается вторая смена и более трудная. Ну, а чтобы быть хорошим советчиком, надо не отставать от жизни. И сколько бы ты ни был занят. Надо читать, надо смотреть, надо слушать вместе с ними. Теперь о принципах, об отношении к людям, к делу, и как мать, и как коммунист. Я требую от своих детей. Если ты рожден человеком, ты должен выполнять то, что ты дал слово, ты должен сделать. Дети добрые. Дети никогда никого не обижают. В нашей семье рыбы, птицы, собака. Это не прихоть детей. Это общение с природой. Я счастлива в том, что дети мои за день, то, что они пережили,
то, что они видели, несут это мне. И стараются вечером каждый день поделиться со всеми радостями. И вы знаете, единственное плохо то, что не хватает времени на это. С каждым поговорить. И я стараюсь поговорить с каждым. Посоветовать, выслушать просто. Даже иногда не нужно бывает мне что-то говорить, нужно просто выслушать. Если я это не сделала тогда, когда нужно было, не успела с кем-то, и наступает вечер, когда у меня уже все дети спят, и я уже никому не нужна, я очень люблю это время. Я подхожу к каждому. Вы знаете, приласкаю, поцелую, может, даже извинюсь, за то, что я с ним не могла поговорить. Или договорю то, что надо было. Да, для меня, как для матери, самое радостное время. Может быть, даже в это время я черпаю силы на второй день. Я обещаю им сонным, что я завтра сделаю все, что они хотели, думали, просили. Вот так и кончается мой день. А на завтра новые планы, новые дела –